из белого хлеба делаем черные сухарики. На 4,5 литра готового кваса кладу 5 столовых ложек сахара. Получился вот такой немного подгорелый хлеб. Заливаем сухари кипяченой водой. Закрываем крышечкой приблизительно на час. И оставляем хлеб париться. Вода остыла. Первый раз замешал свой квас на живых дрожжах. Где-то кусочек 50 грамм добавил. Процесс пошел. Хлеб у меня бродил вместе с дрожжами целый день, около 10 часов. Смотрите, какой густой, насыщенный. Чтобы квас был газированный, добавляем изюм. На дрожжах квас получился более насыщенный и мне напомнил брагу. Я думал даже, что у меня градусы получились. Поэтому сделал вывод, что лучше делать квас на сухих дрожжах. Половина маленького пакетика сухих дрожжей на 5 литров кваса. Хлебный домашний квас. Боюсь открывать. Потихоньку выпустить. Опа! Боюсь открывать. Вот такой. И еще раз состав домашнего кваса. Поджаренный хлеб, дрожжи, сахар, изюм для газа и вода. Только что я разлил свежайший хлебный квас по бутылкам. Это я сделал на сухих дрожжах, где-то пол маленького пакетика на 5 литров кваса. Вот это я делаю квас. Хорошо я квас открыл. Круче шампанского. Заодно полы побой. Редкий квас. В следующий раз буду открывать осторожней.